Так. Минуточку, а что я тут один? Он мне сказал, что он сервер включен, сказал. И типа надо ему подумать, что он сказал. Допустим-то. Давай я быстро посмотрю, что он сделал, кстати. Проверку проведем. Тут, как всегда, он тут ничего не сделал. Да он это опять. Что ты сделал, Рауль? Ты ничего тут не сделал, смотри. Ничего. А он звонит, он. Слушай, поздно он звонит. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, можно поглядеть. А, в этот раз мы поздно с тобой как-то. Дополнительный контент, кстати. Я говорю, что вот это сам ты ничего не сделал. Смотри, я тут вот стою, как был это полосы длинные, такие есть. А, другую сторону едет. Так, как склад стоял тут вот. Склад. Никуда не делся, такие есть, ладно. Допустим, сейчас я посмотрю, что он сделал, кстати. Что ты сделал, а? Скажи, Рауль, что, ну что ты сделал, а? Рауль. Подожди, это что у нас создается тут? А тут ничего не создается-то. Ага, тут создается у нас эти. Тут у нас создается вот это. Подожди. Ты хочешь сказать, что это можно бесконечно продлевать вот эту вот колбасу? Да, это так и... в этом и есть смысл. О, гениально! Ага, хорошо, кстати. А, подожди, что тут производится у нас? Ага, железные прутья. Электрическая схема, да? Чего стоять? Ты куда? О! Стальная балка, пожи, я где-то украл. Что у меня в инвентаре, пожи? О, Рауль, у нас проблема. Я слушаю. Подожди, не, я не об этом. Я, пожи, можешь забрать, пожалуйста? Я там кое-что за... Я не знаю, почему... Да. И под землю... Да, конвейер. Слушай, я не знаю, откуда он у меня. Да-да, окей. Ладно, я не буду даже... Ты понимаешь смысл, да? Как, что так. Потом, хоп, вот так брать и удлинять, удлинять, удлинять до бесконечности, так, сколько мощности хватит. Да, я понимаю, улучшенная электросхема. Трубы производятся, окей, ушки, а тут ничего не производится. Тут у нас... А, моторы, я понял, твердотопливные моторы. Так, твердотопливные моторы. Ага, это у нас... А, это готовый, да, продукт получается у нас уже. Да-да-да, я это тоже растягиваю. То есть, получается, на одной... Подожди, а почему тут... два? Тут два. Две пластины. Это специально. Угу. Так удобнее. Ладно, ладно. Ладно, хорошо, ладно, не буду спорить. Окей, значит, это у нас медная, что-то там медная... камень. Это самое то, что я смотрел. Прутья железные. Пожди, руда. Это тоже нужно будет. Пожди, а почему руда здесь? Пожди. Потому это... что буду потом внизу делать стены. А уголь. Подожди. Тут тоже надо стянуть. А это. Это что? А, это камень! Тьфу ты! А, это камень! Окей, я понял, это камень простой. Это простой камень, я понял. А, это стены, я понял. Это сталь. Это пластины у нас такие. Это у нас пластик, вроде бы. Это у нас схема еще. Это еще одни трубы. Пожалуйста, мне просто интересно, где я сломал. Подожди, я шел здесь. Потом по записи я посмотрю, кстати. И, кстати, Рауль, да-да. Я еще по записи сегодня посмотрел, хотел сказать, вчера, сегодня посмотрел и понял, я кое-что не сделал, Рауль. Да, что ты не сделал? Ты мне кое-что говорил, что надо сделать, а я не сделал вроде бы. Или сделал. Ага. Сейчас я посмотрю, так, ага.
Так это я улучшил. Да, здесь вот я не поставил. Да. Смотри, видишь? Тут... А, ты не видишь, я забыл. Тьфу ты. Извини. На ферме. Уже Майнкрафт что-то... Это самое у меня... Тут у меня энергетические эти самые штуковины. Как их называется-то? Солнечные панели. Ты мне говорил, что их надо убрать и поставить красивенько. Я вот это вот не сделал, кстати. А, угу. Так, я еще посмотрю, что там. А ты сколько уже играешь, Рауль? Пару часов. Ну, мог меня позвать, кстати. Вот только что пригласил. Подумал. Не, в том, что это самое вот... Чего? А, не понял я. А что это за урон я получаю? Чего? Почему зеленый мигает-то? А, это... А, я понял, почему мигает. Я на это нажимаю. Я думаю, я урон получаю. От дверей. Я вспомнил, я сейчас по рельсам бегу. Этот самый есть игра. Как его, знаешь, как называется? Слушай, я не помню, как она называется, эта игра. Когда там есть по рельсам бегаешь. И пере... Да, все в порядке. Все в порядке. Тут поезда сумасшедшие. На этом заводе. Ага, тут камень. Надеюсь, сюда никто не поедет, в эту сторону. Я уже не развернусь. Так это у нас этот самый штуковина. Ядрит колотить, какая сумасшедший. Так, пожалуйста, а как отсюда уйти? Да, труба опять сумасшедшая стоит тут. Значит. До свидания. До свидания. Так, сломаем все это. Оп. Сейчас я доделаю хотя бы то, что я не доделал. Сейчас мы все это выровняем. Оп, уберем это лишнее. Оно нам не надо больше. Здесь вот. Все. Во. Другое дело. Немножко почистил. Бля, а почему? А, можно отключить, кстати, лишнее тут. Так, это сломаем. А, о, оно переключилось на это уже. Так, подожди, а почему оно тут сюда по кругу идет? Ладно. Убрать. А, то ему хватает, надеюсь. Да, ему хватает энергии. Сейчас посмотрим, надо... Оп. Так, этому хватает энергии, здесь идет энергия. Это идет сюда энергия. Сейчас я немножко еще почищу, так сказать, этот. То, что я не доделал. Блин. И тут еще вот эти вот генераторы стоят. Они уже тоже не нужны. Мы уже поставили генераторы, которые делают... Так, значит... Может это все убрать.
Так, значит, радар. Так, опа, я случайно. Да. Так, значит, это убираем, все. Сейчас красиво сделаем. Так, ну вот, вот так вот, допустим, сейчас я подключу все это, чтоб Рауль это не ругался на меня. Вот, все. Во! Все, я почистил все. Доделал то, что я не доделал. Вот, теперь более-менее красиво стало. Так, так это сюда. Сюда соединяется. Так, сюда идет. Подожди, а почему здесь? Подожди, а ему тоже надо энергия ведь? Ой, этому. Подожди, а ему хватает? Откуда энергия идет? А ему хватает вообще? Подожди, а если я уберу отсюда? А, все, я понял. Все, я понял, Рауль. Все, я понял, почему. Все работает. Вот. Так. С этой стороны все окей. Сюда идет. Сюда электричество тоже идет. Сюда у нас тоже все электричество подключено. Ну, вроде бы я доделал тебе, наконец-то. То, что Рауль... О, это... супер. А, есть проблема тоже маленькая. Там, где медь, помнишь, там это очень слабая защита. Надо добавить еще стенки, пожирнее сделать и еще лазеров добавить. А что, там уже нападали, да? Что ли, эти самые? Да. Так, ладно, медь. Окей, медь. Стенки, медь. Хорошо, сейчас я иду... Я понял задачу. Стенки и меч мне нужна. И лазеры. Окей. А, Рауль, я бы взял бы лазеры. Откуда мне, знаешь... Можешь, пожалуйста... А, я тебе сделаю. Рису... А? Сумасшедшие! Ядрит колотить. Чуть-чуть опять под поезд. Ядрит колотить. Сумасшедшие поезда тут у тебя. Какие-то психи. Ага, искусственный интеллект. Да он просто разгоняется. Так я тебя найду сейчас. Сейчас надо чуть-чуть подождать. Ага, хорошо. Я понял. Потому что они делаются медленно у меня. Ага, хорошо. Тогда я пока что разложу. Так, блин. Так, значит, что у нас тут находится, правильно? Так, стенки. Сейчас я найду стенки. Так, где у Рауля стенки находятся? А, опа, стеночки. Спасибо. Стеночки. Так, своруем стеночки у Рауля. Так, минутку, что это у нас тут? Тут у нас вот это находится. Тут у нас... Блин, это что у нас? Средняя опора. Большая опора. Угу. А, ладно. Они просто валяются... Так, значит, тут у нас это вот валяется, тут у нас броня, патроны. Тут у нас эти самые конвейеры, которые мне точно не нужны. Так, что здесь у нас? А, тут все подряд валяется. Так, ладно, я тогда что отсюда возьму? А, ладно, давай сюда вот это вот еще положим. Так, что мне нужно, пожалуйста, что мне нужно было? Так, мне нужны были эти самые, так. Так, я сейчас найду. Я найду. Сейчас, минутку, где это было? Так, это мне не надо. Кстати, удобно очень, когда иконки показываются. Это да, и очень удобно. И когда рассортировано особенно. Спасибо тебе и мне тоже, кстати. Так. Так, это сделали, красное провели. Не вижу. Так, посмотрим, что красное недополучает. Так. О, кстати, вот это вот возьму. И вот это. Так. Так, это что? Это моя. Все. Значит. Так, значит. А, ну да. Так.
Так. Так. Так. Ага, конвейеры. Ага, тут все подряд валяется. Патроны. Ага. Я понял, патроны все валяются тут у нас. Пускай здесь валяются. Окей. Патроны отдельно у нас. Броня. А, оружие, гранаты. Конвейерные. Угу. Да тут... Так, ладно, я возьму вот это тоже с собой. Так. Вот. Замечательно, готово. Так. Ага, погнали. Ага, модульная броня у меня. Ох, ёшки. А где-то... А, Рауль, извини, пожалуйста, я хочу тебя спросить кое-что. Есть, исправил. Да, спрашивай. Кстати, вовремя. Что, да, я тут. Здравствуйте. А что, я решил задачу, и ты... Я отвлек. На одну секунду, там очень сложно было. А теперь спрашивай. А где я могу ресурсы подворовать? А, пойдем, покажу. Нет, я не думаю со склада. Я думаю, готовые ресурсы, где можно, ну, как бы, не боясь твоему навредить заводу. Так, пожалуйста, куда вот он? Здесь, в ящиках. Плюс ты можешь из печки взять, из печи, что тебе надо. Медь, железо, сталь. Не, понимаешь, у меня бывает, что ресурсы как бы нужны. И это что... А, чтобы они Антони ломать. Да. Из печи просто бери. А, хорошо. Самое безопасное. Так, камень мне точно... Пожалуйста, камень мне точно не надо сейчас. Камень. Каменные блоки возьму себе. Каменные блоки, потому что... так, печка. Это возьму. Потому что реально мне нужно для... Ну, если вдруг что-нибудь скрафтить нужно будет. Mm-hmm. То есть не скрафтить... Ну да. Это что у нас? Твердое топливо. Я не знаю, ну ладно, я твердое топливо тоже возьму с собой в карман. Я не знаю, зачем оно. Ну пригодится, пожи. Так, пластины, железо. А двигатель я вывел. Пожи, двигатели. Ой, тьфу, двигатели. Это ты виноват. Двигай своими двигателями этими. Пожи, двигатель это важно. Пожи, сталь. А, вот, я стальные балки возьму себе. Так, стальные балки, пога. Где я могу так украсть отсюда? О, 12 медных этих самых возьму с собой. Сейчас я украду у Рауля ресурсы у его. Потому что мне нужны ресы. Так, я ресы украл у Рауля. Так, это у нас пластины вот такие. Это у нас вот эти вот. Я тоже возьму вот это. Заберу у Рауля. Нет, я не в том, что я жадина. Ой. На всякий случай я возьму себе побольше это. Ну не побольше, а как бы немножко всего, только понемножку, так сказать. Оп. Потому что, когда я играю в этот самый, как его называется-то, Satisfactory, mm-hmm. там тоже нужны всякие ресурсы. И чтобы это самое не бегать, так, подожди, туда-сюда, по этим самым, как его называется-то, у меня в кармане всегда есть и бетон там, и всякие пластины, и там всякая всячина есть у меня. Минуточку, 16. Так, подожди, я... Подписи, звери, с ума сошли.
чего? А, Рауль, у меня проблема, я не смогу забрать. А, ладно, я тогда попытаюсь отсюда забрать. Надеюсь, он... А, я вот такой сделаю. А, я поставлю обратно еще что. Оп. Ага. Потому что... Оп, сейчас. А, вот оно. Все, сейчас. Ой, ёп. Неправильно я поставил. Я молодец, кстати. Я исправлю. А, сейчас. Вот. Он ведь никуда не шел пока что, ведь. Красное это самое. А, ну да, он тут стоял просто тупо. А, подожди, это у нас двигатели. Помню, двигатели. Вот, теперь я могу скрафтить. Много чего я могу скрафтить теперь. Каркас дрона могу скрафтить теперь. Так, я могу теперь много чего скрафтить. Построить строительный дрон. О, чего? Транспортерный дрон. Ух ты, включи питание. Подожди, а сколько стоит? Подожди. Я просто, мне просто очень интересно, где это находится, Рауль. Подожди, где это? Это оружие. Каркас дрона. Какой каркас дрона? Я хочу посмотреть, где эта штуковина, которую Рауль мне показывал. Правая турбина. Нет, не правая турбина. Пожалуйста, а где он строится? Аккумуляторы не. Я не хочу аккумуляторы, я хочу посмотреть, где это. Электрическая печь. Нет, Рауль. Центрифуга. Нет. Модульный продуктивность цепь. Нет, не то. Модульная скорость 2, не то. Пожалуйста, где? Вот, ядерный реактор. Надо посмотреть, сколько он стоит-то. Чего? 500 медной пластины, 500 стальной, 500 электрической схемы улучшенной, ядрит колотить. Ого. Больше всего меня напрягает эта улучшенная электросхема. Больше всего, нифига себе. Ого. Ядрит колотить как дорого. Рауль. Угу. Так, проводим. А я даже не знаю, чем сейчас помочь, Рауль, в данный момент. Просто сейчас у тебя... Ты улучшил защиту базы. Ой, блин, точно. Блин, точно. Слушай, я совсем уже отвлекся. Короче, да, я понял. Хорошо, я думал сейчас... Да, точно. Куда? На медь, правильно? Правильно. На медь. Да, медный рудник. Все, я пошел на медь. Ага. На медь. Ой, блин, как красиво. Слушай, красиво. Особенно вот эта вот фигня ядерная. Она так красиво светится. Ага, точно. Я больше всего мне нравится вот эта вот ядерная штуковина, которая делает... Ага. Переработка урана. Какая штуковина опасная. Я, кстати, посмотрел трейлер. Ух ты, уран 238. Видел, да? Да. Там дальше, ух ты, какие монстры будут опасные. Подожди, а ты мне дал эти не дроны, а эти самые, как его? Ты ведь мне, ты ведь сам, ты ведь сам сказал мне, подожди. Да, точно, они долго делались просто. Отказ, они готовы, тут. Да я знаю. Так, держи. Ага, все, я пошел. Кстати, медь не я строил. Так. Да ну! Да ладно. Да вы где? Я говорю, сумасшедший поезда у себя. Да что это за Анна Каренина, ё-моё. Блин, Рауль, что за сумасшедший у тебя поезда? Пожалуйста, это что везёт тут?
Минуточку, я хочу посмотреть, что это у нас. А, железка. Я понял. Железка разгружается. Так, медь. Я помню. Медь. Ну да, так, минутку. На медь. Опа, машина стоит. Без присмотра, кстати. Ую. Так, минуточку. Поехали. Так, медь. Это где находится у нас эта медь? Дурацкая медь. А, это... Блин, это уголь. Это угиль. А, карта, значит, медь. А где медь? Это уголь. А, я понял. Едет колотить куда, как далеко медь находится. Ух ты ж, ёпарса ты тут. Какая опасная территория, кстати. Да, там с медью у нас проблема. Большая, кстати. Ай. Поехали. Так, опа. Так, аккуратно. Так, ну-ка, медь. Я так и знал! Пры? Не говори, что машина у меня. Ага. А, подожди, а куда я пошел? Блин. Я ресурсы надо забрать сначала все. С трупа. Блин. Ой. А где я? А вот я где. Да ё-моё, кто тут деревья тебе ставят? Теперь никуда ты, они не уедут. Ладно. Пошли, минутку. А медь ведь автоматически, да, ездит? Ой. Да. Медь, пошли. А чего это? Уголь. Это уголь. Так это что у нас? Медь. Ладно, так. Поехали. Подождем, пока он разгрузится. Ух ты, сколько он долго будет разгружаться. И там манипулятор на синий лучше поменять. А, пожалуй, там и синий стоит. Ой! Чего я урановую руду взял? Бля? Блин, я уже... Ты где умеете? Блин, я случайно уран в карман положил. Все, вернул. А я... Сейчас... Ты ждешь. Ладно, короче, я лучше побегу пешком. Я понял. Буду полгода ждать, пока он разгрузится. Заодно посмотрю, что там. Можно сделать это самое... Расстрелять этих самых... Ага, он включился уже в ночном режиме. Я понял, батареи включились.
Так, ага. Так, посмотрим, что там у нас. А... Так. Слушай, а как понять, откуда они больше всего нападают? Так, на минутку, на меч. А, Рауль, скажи, пожалуйста. Сверху. Как сверху? С какого сверху? Скажу, там, где там уже поломано, скорее всего. Кто что поломано? Сверху, да, нападали. Там, где аккумуляторная. Аккумуляторная где? Вот где аккумулятор, они там оттуда. Оттуда, отсюда, пора. Ага. Я понял. Ага. А чё тут? Ага. А, ну конечно! Ну ясен красен, правильно? А нет, тут это стоит даже. Пожалуйста, а вот с леса они не могут напасть, вот с этого. Не, не могут. Угу. Я понял проблему. Ща будем думать. Ща будем думать. Так, значит. Во-первых, надо стенку взять с собой в карман. Во-первых, стеночку возьмем. Так. Так, тут почистим немножко. Так, стенку поставили мы. Значит, да, ломайся, пожалуйста. Так, вот. Замечательно. Токс. Угу. Так, а я могу провода протянуть через... стенку. Могу. Хорошо. Допустим. Вот здесь вот он говорит, что оттуда, вот сверху, значит. Так, значит, сейчас мы оп, ломаем. Значит, ломаем здесь, а все это чистим, во-первых. Немножко. Так, значит, турель. Пошли. Так, надо поставить, значит, допустим, здесь поставим турель. Угу. Угу. Значит, вот это ставим. Подключаем сюда. Сюда подключаем. Сюда, ой. Подключаем сюда. Ставим стенку еще одну. Так. Так. Так.
Чего? Чего? Нафиг. Замечательно, стенка закончилась. Вообще четко. Так. Так. Угу. Ага. Это можно сломать. Кстати, оно слишком... Почему здесь в лесу тогда стоит, если оттуда не могут напасть? Интересно. Уберем. Тогда все надо вот это вот. Так сказать, все. Всю оборону мы тогда сюда ставим прямо. На переднюю часть ставим. Если Рауль сказал, оттуда все нападают. Блин. Ну тут уже три турели стоят. Ага, что с этой стороны у нас? С этой стороны только две турели стоят. Ладно, еще одну поставим, давай третью сюда. Вот. Вот с этой три турельки поставим, пускай ты. Три турели с этой стороны у нас. Угу. Так, а что у нас спереди? А спереди у нас нифига. Конечно. Я понял. Отсюда надо тоже поставить турель. Так. Вот. Так, турель здесь стоит у нас. Турель тут стоит. Ага, я понял. Ага, турель тут. Я понял, так. Надо еще одну турель здесь поставить. Так. Потому что он не достает. Вот. Во. Так. Сейчас посмотрим, что с этой стороны у нас. Так, с этой стороны у нас проблема. А! Ох ты ж! Я понял, здесь вот проблема. Ща! Министр обороны! Действительно. Владимир Владимирович, все идет по плану! Конечно. Мы отрицательно побеждаем. А сейчас, подожди, сейчас пойду. Сейчас я... Так, мне уже стенки, окей, пойдем. У меня уже стенки. Так, стенки. Я могу... надеюсь, тут не поедет поезд сейчас. А тут всякие... Сумасшедшие поезда катаются. Это кто их поставил, а? Кто это за человек?
Это паштетина. Поставил поезда. Теперь они катаются тут. Хорошо, что Рауль не слышит это. Так, подожди, а где стенки у меня? А где мои стенки? Вот они. А, вот есть тут стенки. Так, идемте, так, сюда. Ага, тут это уголь. Так, ага. Боже, не понял я. Слушай, надо это, мне сейчас выключиться надо. А, хорошо, ладно, тогда я, ладно. Да, так, а тогда я сохранюсь. Давай. И тогда завтра продолжим. Хорошо, давай, тогда пока. Такая маленькая, у меня маленькая экстра была. Все, пока. Да, пока.